Привет, друзья! Давайте с вами сегодня приготовим укропно-горчичный соус на зиму. Это ароматная и полезная приправа. Она подходит для мяса, рыбы, а также используется в качестве маринада. Готовится проще простого. Все ингредиенты и их количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Такой соус хранится в холодильнике от 2 до 4 месяцев и не портится. Для начала мою укроп, обсушиваю его, нарезаю и отправляю в чашу блендера. Измельченный укроп отправляю в миску. Готовлю соус. В чашу блендера добавляю чеснок, горчицу, лучше брать мягкую, но не очень жгучую, оливковое масло, яблочный или винный уксус и соль. Затем все очень хорошо взбиваю. Готовым соусом заливаю укроп. Тщательно перемешиваю. И раскладываю укропный соус по чистым баночкам. Баночки должны быть обязательно сухие, без сколов и трещин. Заполненную банку плотно закрываю крышкой и отправляю на хранение в холодильник. Соус получается ароматный, с приятной кислинкой и практически не острый. Приготовьте такой соус, он вам обязательно понравится, и вы будете его готовить снова и снова. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также не забудьте подписаться на мой второй канал, вам там будет интересно. И заходите в группы. А вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте на своей кухне, и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью. Всем приятного аппетита и отличных заготовок. Всем пока-пока.